Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 14 августа. Наши бабушки и дедушки в этот день по приметам судили о грядущей погоде. Пиявки речные выбираются из воды и ползут по траве. К дождю, возможно, с грозой. Лошадь храпит перед ухудшением погоды. Обычно в это время поутру выпадают холодные росы. А какая же погода ждет нас завтра, 14 августа? Сейчас я вам об этом поведаю. В деревне Большие Ночевки Пушихонского района Ярославской области плюс 22. Порадовать вас, дорогие мои, нечем. За окном все такой же дождь, да еще и с грозой. В деревне Ночевалово Старорусского района Новгородской области воздух прогреется до 22 градусов. Температура стабильна, да и осадки тоже. Лить будет еще долго. В деревне Ночка Исилькульского района Омской области столбик термометра остановится на отметке плюс 22. Друзья, впереди сухие и солнечные дни. В деревне Ночлегово Пустошкинского района Псковской области плюс 22. Тучи решили закрыть солнце. Готовьтесь к ненастью за окном. Резиновые сапоги держите наготове. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог. Thank you.